Добрый день, мои друзья! Вы на канале Александр Винокуров. И у нас второе видео, на котором я вас продолжаю знакомить с блюзовыми ладами. Сегодня лад от нотки соль диез. И к нему идут 5 этюдов или 5 упражнений, которые мои ученики играют. Конечно, с моими учениками мы разбираем по нотам. Я даю онлайн занятия по скайпу, и мои ученики, которые находятся в разных местах, будь это Германия, где я живу, или Америка, или Израиль, мы с большим удовольствием проходим эти и другие темы. Итак, блюзовый лад от нотки соль диез. Он строится соль диез, си, до диез, вот только закрываем, только палец держим тут, ре, так берется ре, потом ре диез, добавляем мизинец, потом фа диез и нотка соль диез. Как он звучит? И вниз. Итак, первый этюд или первое упражнение начинается с синкопа. Соль диез, соль диез, соль диез, си, си, си. От каждой ноты нашего блюзового лада мы играем восьмая, четверть, восьмая. Соль, 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 си, 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 до диез, до диез, до диез, ре, 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 ре диез, ре диез, ре диез, фа диез, фа диез, фа диез, соль диез. Теперь мы поменяем ритм, да? У нас будет синкопа, значит, соль диез, восьмая, потом си, четверть, до будет восьмая, и ре будет половинка. То есть мы как бы спрашиваем со диез си, до диез ре, и отвечаем ре диез, фа диез, со диез. Теперь идем сверху, да? Значит, начинаем со диеза и опять синкопы. Со диез, фа диез, ре диез, ре, и потом три четверти. До диез, си, со диез. Это было третье упражнение. И теперь четвертое. Мы играем все со таким свингом. Это будут, значит, восьмые, где будет первая будет длинная, вторая будет короткая. Опять же, ноты у нас те же самые. Мы блюзовый лад сохраняем. Соль диез, си, до диез, ре, ре диез, фа диез, соль диез. Это было. И последнее упражнение. Мы играем, начинаем от соль диеза наверху, ре диез. И потом идут синкопа, фа диез, соль диез, си, уже залеговано, и мы ее тянем. Вот такой небольшой сегодня был блюзовый лад от нотки соль диеза и 5 упражнений к нему. Мои ученики получают от меня вот такие нотки. Вот. Ну, а все, кто любит музыку, смотрит мой канал, подписаны на него, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте мне вопросы. Я даю онлайн-консультации, онлайн-уроки и рад буду вас видеть на своих уроках. С вами был Александр Винокуров, моя страничка www.klezmer.de, klezmerberlin.de.